Я вас всех, друзья, дорогие братья и сестры, приветствую любовью Иисуса Христа. Благодарю вас за молитвы обо мне, о моей семье, за ваше внимание, за ваше участие в моей жизни. Слава Господу, что мы имеем такое дорогое общение во имя Его, что нам подарил еще иметь эту радость на этой земле. И хочу поделиться стихотворением, которое на сердце лежит, называется «Божий дом» Веры Кушнир. В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах, для усталой души одно место осталось – это Божьего дома уютный очаг. В этом месте, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать, еще слышны молитвы и дружное пение, еще падая люди умеют вставать. В этом месте поныне душой сокрушаются и еще не забыли о слове «прости». Еще в память о Господе хлеб преломляется, и погибшему можно спасение найти. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще к небу поднять не стыдятся лица. После мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечных глаголов простых. И все наши болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Здесь так много еще утешения и радости и внимания чуткого к душам людским. В это место под тихие своды церковные я люблю приходить, как зимой к очагу. Только здесь забываю я тучи греховные, только здесь я душою могу отдохнуть, и на сердце так мирно в духовном общении, так тепло, что все хочется крепко обнять. О! Как много дано нам в Христовом спасении, и как много дала нам Его благодать. Пусть вся наша жизнь будет радостным благодарением каждый день, каждый час, каждый прожитый миг за то самое сладкое в мире общение в Церкви Божьей, в собрании Христовых святых. Аминь.